Служение Дерека Принца. Крест в центре. Часть первая. В качестве предисловия к этой теме я хотел бы зачитать слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, 2 главы, 1 стиха. Мне очень нравятся две первые главы первого послания к Коринфянам, потому что в них главным образом говорится о разнице между мудростью этого мира и посланием о кресте. Говоря о мудрости, он в основном говорит о философии тех дней, а именно о греческой философии. Перед тем, как стать христианином, посвященным христианином, я 7 лет изучал греческую философию в Кембриджском университете. Поэтому мне кажется, что я, как никто другой, понимаю то, насколько верны и уместны слова Павла о греческой философии, о философии в целом, и о человеческой мудрости. Но должен заметить, что из слов Павла хорошо видно, что он прекрасно разбирается в греческой философии. И, кстати, он был высокообразованным человеком, потому что он также очень хорошо разбирался в учениях иудаизма его времени. А в стихах, которые я собираюсь прочесть, он делает шокирующие заявления. Он говорит: «Я решил не знать ничего». Это довольно необычное заявление для любого человека, но для евреев оно особенно удивительное. Если евреи что-то и ценили во все периоды своей истории, то это знание. А если вы нашли высокообразованного еврея, который говорит: «Я решил не знать ничего», то вы должны спросить себя, что могло заставить этого человека принять такое решение. Давайте я прочту эти слова. Это первое послание к Коринфянам, 2 глава, стихи с 1 по 5. «И когда я приходил к вам, братья», речь идет о церкви в Коринфе, «приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Нам нужно рассмотреть это в свете исторических событий, если мы откроем Деяния апостолов. Тогда мы увидим, что служение Павла в Коринфе описано в 18 главе Деяний, а в предыдущей 17 главе находится описание служения Павла в Афинах. Афины были в то время научным центром всего мира. Это был центр философии, человеческой мудрости и источник того, что мы сейчас называем гуманизмом. Павел довольно неожиданно приспособился к своей аудитории. Он общался с высшим сословием интеллектуального и социального общества Афин и использовал философские понятия. Он даже цитировал греческого поэта. В итоге результаты были очень скудными. Всего несколько людей уверовали. Не знаю, прав ли был Павел в донесении своего послания или нет, но из Афин он перешел в Коринф, который был большим портовым городом. Это был типичный портовый город, полный проституции, гомосексуализма, аморальности и всевозможных извращений. А тем временем, где-то между Афинами и Коринфом, он принял такое решение: «Когда я приду в Коринф, то забуду все, что знаю, кроме Иисуса Христа, да и того распятого». Результаты в Коринфе были потрясающими. Весь город всполошился. Весь город находился под влиянием от благой вести Евангелия. Историки говорят, что еще в самом начале в Коринфе насчитывалось около 25 тысяч верующих. Как же сильно это отличается от результатов, полученных в Афинах. Что принесло эту разницу? Послание о распятом Иисусе Христе. Давайте вернемся на мгновение в первую главу первого послания к Коринфянам.
Я хочу прочесть оттуда несколько стихов, потому что они являются моим личным свидетельством. Как я уже говорил, я потратил 7 лет на изучение греческой философии и других форм философии, также философии современной, того, что было модно примерно полвека назад, того, что называлось лингвистической философией, и логическим позитивизмом. Если вы понимаете, о чем я, то в Кембридже я 2 года был учеником Людвига Витгенштейна. Он был известен как отец лингвистической философии. Очень умный человек, но точно не христианин. Итак, это мое личное свидетельство. Первое послание Коринфянам с 1 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих есть глупость, а для нас спасаемых — сила Божия». Ибо написано, это цитата из Ветхого Завета, «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу глупостью проповеди спасти верующих. Вот это и есть мое свидетельство. Через мудрость я бы никогда не познал Бога. Но когда я услышал глупость проповеди и отреагировал на нее, я был спасен. А сейчас я хотел бы представить вам перечень различных причин, почему крест должен находиться в центре, почему ничто иное не должно занимать место креста в церкви в целом и в наших собственных жизнях в частности. Я представлю вам 6 аспектов креста, 3 на этой сессии, и 3 на следующий. Прежде всего, для людей, которые, наверное, сбиты с толку, я хотел бы объяснить, что я имею в виду под крестом. Я понимаю, что для людей с определенным происхождением крест — это кусок дерева или металла, который они вешают на шею или крепят на стены церкви. Я никоим образом не критикую их. Я все это понимаю и принимаю. Честно говоря, в некоторых кругах, в которых мне приходится вращаться, особенно в антихристианской социальной среде, я всегда рад встретить того, у кого на шее крестик, потому что в той среде это говорит о многом. Но когда я говорю о кресте, это не то, что я имею в виду. Говоря о кресте, я имею в виду жертву Иисуса Христа, которую Он принес на кресте, то есть Его жертвенную смерть и все, что она нам принесла. Но вместо того, чтобы снова и снова использовать все эти фразы, я сократил их до слова «крест». Первый аспект креста, который я хочу вам представить, это то, что он является совершенной и самодостаточной жертвой. Об этом сказано в послании к евреям, 10 главе, 14 стихе. Там говорится, «Ибо Он, то есть Иисус Христос или Сам Бог, одним приношением или жертвой навсегда сделал совершенными освящаемых». Автор говорит здесь о том, что с помощью своей жертвенной смерти на кресте Иисус сделал полное, совершенное, самодостаточное обеспечение всех нужд, всех людей по всему миру навсегда. Ему никогда не нужно будет делать этого снова. Если прочесть предшествующие стихи, то вы увидите, что автор сопоставляет старозаветных священников со священником Иисусом, который принес себя в жертву. Он пишет, что ветхозаветные священники никогда не садились. Они всегда стояли, потому что их работа никогда не заканчивалась. Они могли принести множество жертв, но всегда нужно было принести еще одну. Но затем он пишет об Иисусе, а этот человек, принеся одну жертву за всех раз и навсегда, сел одесную
Бога. Почему он сел? Потому что ему никогда больше не нужно будет этого делать. С помощью одной жертвы он полностью позаботился обо всех нуждах всех людей. Характер жертвы был пророчески описан за 700 лет до того, как все это произошло в 53 главе Исаии. Это замечательный анонс искупительной жертвы Иисуса, хотя его имя там не упоминается, но он единственный отвечает этому описанию. В 6 стихе Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Это проблема всего человечества. Это общая проблема для всех нас. Мы можем быть европейцами, американцами, африканцами или азиатами. Это не важно, потому что это утверждение применимо ко всем нам. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы повернулись спиной к Богу, Его требованиям, и пошли своей дорогой». Библия называет это беззаконием. Это очень сильное слово. Я думаю, что наилучшим современным переводом было бы слово «бунт». Богу пришлось возложить на Иисуса бунт всего человечества, но это слово, переведенное как «бунт», также означает плохие последствия и наказание за бунт. Поэтому жертва Иисуса является совершенной. Бог возложил на Иисуса бунт всех нас, все его последствия и все наказание, которого причиталось за него. Проще говоря, истинно. Вот в чем. Все зло, которое причиталось нам по справедливости, сошло на Иисуса. А все добро, причитавшееся за безгрешное послушание Сына Божьего, стало доступно нам. Вот как все просто. Все зло сошло на Иисуса, чтобы все добро стало доступно нам. Это все, что нужно было сделать Иисусу. И Он сделал это с помощью одной жертвы. В книге Исаии, 53 главе, 10 стихе, пророк продолжает описание этой жертвы. «Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Здесь мы видим четкое предсказание о воскресении Иисуса, потому что в предыдущих стихах говорилось о том, что он распрощался с жизнью. Поэтому слова «он узрит свое потомство» и жизнь его будет долгой, невозможно без того, чтобы он воскрес. Там также написано, что Бог сделал душу Иисуса жертвой за грех или жертвой умилостивления за все человечество. Это то, что наш человеческий, ограниченный разум не может понять до конца. Я считаю, что когда Иисус был на кресте, наши болезни и немощи сошли на Его тело, но наш грех сошел на Его душу, Его совершенная, святая и праведная душа стала грехом из-за наших грехов. С помощью этой жертвы он разобрался с нашим грехом. Понимаете ли вы, что через всю Библию проходит одно послание? Есть только одно лекарство от греха, и это — жертва. Все жертвы Ветхого Завета пророчески указывали на жертву Иисуса на кресте. И с помощью этой одной жертвы он навсегда разобрался с грехом. В этом контексте важно также изучить послание к евреям. Автор послания к евреям пишет о жертвах Ветхого Завета, что они были ежегодным напоминанием о грехах, но они не могли убрать грех.
Возьмем, к примеру, главную жертву в Израиле, которая приносилась в день искупления. Ее действие распространялось только на один год. Она не удаляла грех, а покрывала его. Она покрывала грех на один год, пока не приносилась новая жертва. В каком-то смысле она была напоминанием о грехе. Каждый год людям напоминали, вам нужно разобраться с грехом. Это длилось всего год. Затем автор послания к евреям пишет, что Иисус разобрался с грехом, принеся себя в жертву. После этого не нужно было больше никаких жертв за грех. Павел пишет об этом во втором послании Коринфянам, 5 главе, 21 стихе. Многие люди, читая этот стих в Новом Завете, не знают, что Павел цитирует здесь Исаию, 53 главу, 10 стих. Вы понимаете, это только тогда, когда осознаете, что согласно ветхозаветному закону о жертвоприношениях, животное, приносимое в жертву, отождествлялось с грехом человека, который принес его. Поэтому, когда Иисус висел на кресте, он отождествлялся с нашим грехом. Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам, что не знавшего греха он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Как видите, это очень простой обмен, но и очень основательный. Бог сделал Иисуса грехом через нашу греховность, чтобы мы, в свою очередь, сделались праведными через Его праведность. Это Божие лекарство от греха, другого не существует. Хорошо, давайте рассмотрим еще одно утверждение Павла из послания к Римлянам, 8 главы, это 31 стих и далее. Павел снова делает акцент на самодостаточности жертвы Иисуса. Итак, он говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Все это даровано нам через жертву Иисуса. Бог, отдавший Иисуса, не пожалеет ничего. Вместе с Ним Он щедро дал нам все». Скажу это еще раз, потому что это ошеломляющее заявление. Бог вместе с Ним щедро дал нам все. Итак, одна жертва Иисуса высвободила все изобилие Божьей милости. Нам не нужны никакие другие основания. Ну, вообще-то нет никаких других оснований. Это одно единственное и самодостаточное основание для высвобождения Божьей милости и благодати. Это очень важно понять. Если вы приходите к Богу за милостью и благодатью на любом другом основании, кроме жертвы Иисуса на кресте, то Бог не сможет вам помочь. Все дело в неправильном основании. Оно не истинно. А наш Бог — Бог истины. Мы не можем приходить к Нему на основании наших добрых дел, или нашей религиозности, или нашего происхождения, или нашей национальности, или наших талантов, потому что все это Бога не впечатляет и не высвобождает милости и благодати Божией. Божью милость и благодать высвобождает только тот факт, что Иисус стал грехом через нашу греховность, умер за нас и воскрес из мертвых. Я настоятельно советую вам, чтобы ни один день вашей жизни не прошел без размышлений об этом. Никогда не удаляйте эту истину из вашей головы, ваших слов и вашей жизни. Как только что-то другое занимает место креста, вы замечаете, что больше не наслаждаетесь избытком Божьей благодати,
у вас возникают трудности, вы замечаете, что запутались, сбились с толку, и зачастую вы начинаете чувствовать себя виноватым. Вы не понимаете, что происходит в вашей жизни, и когда все пошло не так. А все дело в том, что в вашей жизни крест больше не занимает центральное положение. Второй аспект креста, о котором я хотел бы поговорить, это то, что именно через крест Божья сверхъестественная благодать высвобождается в нашу жизнь. Поймите, что христианство — это не свод правил. Я помню, как однажды сказал это довольно большой группе людей, по-моему, это было в Штатах. Я не собирался ошеломлять их, а сказал, как обычно, «Конечно же, христианство — это не свод правил». Они посмотрели на меня с изумлением. Мне кажется, их бы меньше шокировало, если бы я сказал, что Бога не существует. Для меня за долгие годы это стало очевидным. Христианство — это не свод правил и не сборник законов. У Израиля 14 веков был целый сборник законов, данный Моисеем. А Павел говорит нам, что закон совершенен. Он праведен, свят и благ. Мы никогда бы не смогли стать лучше, усовершенствоваться с помощью закона Моисея. Если бы это было так, то Иисусу не нужно было бы приходить. Я иногда улыбаюсь, потому что мне кажется, что христиане, которые больше всего говорят о благодати, знают о ней меньше всего. На ум сразу же приходят люди, которые говорят, «Мы не под законом, а сами тут же придумывают свои собственные религиозные правила и законы, которые иногда довольно сложны». Дорогие братья и сестры, если закон Моисея не смог этого сделать, то и баптистский закон не сможет. Пятидесятнический закон не сможет. Католический закон не сможет также. Мы не сможем придумать ничего лучше закона Моисея. Но закон Моисея потерпел поражение не потому, что с ним было что-то не так, а потому что проблема была в нас. Мы были не способны исполнить закон из-за слабости нашей плотской природы. Я бы хотел прочитать слова Павла на эту тему из 3 главы послания Галатам. Это 11 стих, а также 12 последующий. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Итак, Павел говорит, что никто и никогда не может достичь праведности у Бога через закон. Переводчики написали «закон» с большой буквы, и это, в принципе, правильно, потому что Павел имел в виду закон Моисея. Но даже если написать его с маленькой буквы, то утверждение все равно будет правильно. Никто не может оправдаться перед Богом благодаря соблюдению любого закона. Ни один закон не может сделать нас праведными перед Богом. Это не тот способ, с помощью которого мы можем стать праведными перед Богом. Я уверен, что некоторые из вас сейчас озадачены, и меня это не удивляет. Я думаю, что это одно из часто встречающихся заявлений в Новом Завете, которое чаще всего игнорируется христианами. В Новом Завете есть как минимум дюжина мест, где так или иначе говорится о том, что вы не можете стать праведными перед Богом через соблюдение правил. Но при этом большинство христиан, среди которых я вращаюсь, почему-то вообразили себе, что если они будут соблюдать нужные правила, то значит с ними все в порядке. Но это не работает. Бог этого не принимает. Это не дает тех результатов, которые нужны Богу. Это дает противоположные результаты, потому что люди, сконцентрированные на соблюдении закона, становятся, как мы их называем, законниками. То есть законничество разделяет церковь на множество различных групп в соответствии с определенными сводами правил, которые соблюдает та или иная группа. Итак, в чем же цель креста? Как мы можем применить его к себе? Это легко сказать, но не всегда легко так жить.
Цель креста — привести нас к концу всей нашей мудрости и всей нашей силы и показать, что они полностью бесполезны. Мы можем войти в Божью благодать лишь тогда, когда придем к окончанию самих себя. Многие из вас проходят в данный момент через различные трудности и испытания, и вы спрашиваете, что же делает Бог? Ответ очень прост. Бог очень мягко, но уверенно подводит вас к окончанию ваших сил. Тогда как лучшее, что вы можете сделать своими силами, даже близко не так хорошо. Поэтому вам нужно прийти к концу всего этого и высвободить то, что полностью исходит от Бога, является достаточно хорошим. И снова возвращаемся к первому посланию Коринфянам, потому что, как я уже говорил, я очень люблю эти главы. 1 Коринфянам. Бог определенным образом готовил меня к проповеди этой истины, позволив мне погрязнуть на какое-то время в философии. 1 глава, 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Это так же правда, как и тогда, когда Павел писал об этом. Я даже хотел бы добавить, что мы не имеем права предлагать иудеям Евангелие без его сверхъестественной составляющей. Не буду вдаваться в детали, но думаю, что в Новом Завете нет никаких оснований для этого. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Не просто Христа, а Христа распятого. Легко проповедовать о Христе, как о великом учителе и чудесном целителе, но это ничего не изменит. Нам нужно проповедовать Христа распятого. Для иудеев он соблазн, а для эллинов безумие. Но, вот слава Богу за это «но», для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божию премудрость. Только когда мы приходим к концу своих сил и нашей собственной мудрости, затем Павел делает изумительное заявление. «Немудрое Божие премудрее человеков, немощное Божие сильнее человеков». Что подразумевается под немудрым Божиим и немощным Божиим? Это, конечно же, крест. Совершенно верно. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады! Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!